Ах ты. Фу! Я ведь просил убрать за собак. Срок аренды скоро истечет. Я донесу на вас за жестокое обращение с животными и злоупотребление полномочиями. А? Вам стоит извиниться. В таком месте собакам жить нельзя. И вы получаете такие предложения, потому что до вас это все никак не дойдет. Верно, Ванда? Вы видели собаку примерно такого размера? Видел. И куда она пошла? Не видел. Можно мы ненадолго приютим этого щенка? А, да, конечно, можно. Пока заберем ее к нам. Что здесь делает эта женщина? Ее собака потерялась. Как жаль. Я понимаю, что вы сейчас чувствуете. Вашу Ванду я обязательно найду. А, так ведь ее зовут? Нашу? Профессор. Дай мне свой номер. Вы ведь расстались уже больше 2 лет назад. А щенок типа ваш ребенок? Страшненькая, но милая. Ванда, домой. Может, назовем ее Лав? Лав, как любовь? Да, Лав просто отличное имя. Да, хорошее. Тогда будет Лав. Идеальный. Подумайте, ответьте на мой вопрос. Что есть у доктора Хан, но чего нет у вас? Запашок? Можете взять господина Пака? Всего на один день. Да? Это не та собака, которую я искал.